Наших братьев и пацанов, которые гибнут там на фронте. Если вы еще не напились этой крови, копейки и солки, то мы вас напоим ей. Я вас предупреждаю, если вы будете потакать в нашем городе открытым подонкам и сепаратистам, которые возглавляли антимайдан, вам это просто так не пройдет. И это не только мои слова. Давайте все-таки уважаем Жула и членов комиссии. Давайте, Витя, уважаем. Очень сложно это. Пожалуйста. Ну давайте. Нет, не важно. Давайте, я начинаю работу в комиссии. Господин Ильченко, помолчите. Значит, вы выкладаете украинскую мову, я маю отримать информацию украинскую. Перекладу. Я даже немецкую вам передам. Все. Український переклад. Відразу. Все, що ви кажете. Це закон. Це закон. Ні, я маю. Трішки потім. Шановні гості та члени комісії, закрийте рот, уважаємо. Я голова комісії, я буду вести засідання. Слово надається, дякую, депутату міської ради Ригорю Євгену Вікторовичу.